Привет, друзья. Первый раз мне попалась в руки такая вот стиральная машинка, но она типа какая-то продвинутая. Обычно вот такая вот идет болванка, с другой стороны блок питания и включается в розетку. То есть это и там биосоники, евросоники, ультратоны и всякое-всякое такого рода ритоны и прочее, только ритоны черные идет. А это имеет еще такой блок управления. Тут даже голограмма, он опломбирован, то есть он не вскрывался. Это у нас ультратон, автомат. 50 Гц, 220 вольт и 10 ватт. IPX8 излучатель. Собственно, что у нас здесь есть? У нас есть 4 режима стирки. То есть деликатное белье, просто одежда сильно грязная или цветная. Я не знаю, что это. Не так нарисовали, наверное, цветная. И обувь. Замачивание 10 минут, 30 минут. И время стирки 60, 120, 180. То есть... Можем, меняя режим, оно автоматически меняет время. Плюс можем сами поменять время. И нажимаем пуск. И сама машинка издает, я не знаю, слышно вам такой звук. Тык-т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 ык. То есть как-то вот так вот. А насколько качественно такие машинки стирают, я не знаю. Поэтому гарантии на качество стирки мы не даем. Проверяем только вот так вот включением в розетку. Ну просто такую первый раз действительно я вижу. Обычно они намного меньше и нету там всяких режимов стирки. Это что-то уже продвинутое. В общем, хотелось вам вот это вот и показать, насколько они уже революционировали. Блин, горло поболит. В общем, друзья, с вас лайк. Подписка, кто не подписан. Всего наилучшего. Всякую такую необычную технику буду вам показывать. Пока.